Всем привет! Сегодня буду готовить пиццу. Для этого нужна теплая вода. Вот я уже в чашку налила. Теперь сахар добавляем. Дрожжи сухие. Оливковое масло. Перемешаем. И оставим в сторонке минут на 10. Так, теперь тесто я буду замешивать вот в кухонном комбайне. Муку засыпаю сюда. Добавляю соль. И все это я должна опять перемешать, муку с солью. Так, здесь у меня мука с солью. И добавляю теперь воду с дрожжами. И все, сейчас машинка сама все это мне перемешает. Так, вот смотрите, на троечке месяца тесто. Тесто замесило. Теперь накрою полотенчиком и минут на 15 поставлю, чтобы оно подошло у меня. Вот, все. Тесто подошло. У меня диаметр 24. Я положила пергаментную бумагу, смазала ее маслом. И сразу сюда кладу тесто, делаю красивую форму. Вот тут вот оставлю на края чуть-чуть тесто, вот так. Теперь у меня есть тут томатная паста. Так, вот такая у меня, смотрите, вот. Смажу сейчас пиццу. Так, аккуратненько по всему тесту распределяю. В общем, 4 столовые ложки. Смотрите. Нужно томата. Так. Вот, вот так я украсила. Моцарелла, помидоры. Ну, вот еще можно листики положить. Теперь в духовку на 200 градусов минут 7-10. Вот так вот. Сейчас покажу вам в разрезе ее. Так. Ну, придется цветочки поломать. Извините, если что. Вот. Такая пицца получилась.